Здрасте. Короче, вот, давно не записывал я видосы, а сейчас ввиду последних событий, короче, актуально всякой подобной шнягой позаниматься. Ну и думаю, что я вам рассказать. Да чё, ничего нового, в принципе. Метался я между Windows и Linux. У меня это вообще в порядке вещей. Вот сейчас покажу, какое железо. Железо немножко поновее. Немножко. Ну, нормально так поновее. Но все равно это все не топовое, ясный фиг. Ryzen 7. 7, не иксовый, который. Простой 7. 2700. Восьмиядерный. Короче, ну, 16 гигов оперативы. Где тут, кстати, она? Я хрен знает. Вот она. 1050 Ti. Ну, вот и все, что вам надо знать про это железо. Поиграем сегодня в Outlast. Такая разминочка будет перед дальнейшими видосами. Пока не знаю, что конкретно записывать. А, и да, State Arch. То есть чистый арч, а оболочка гном, вот он, гном 3.36.1, это, кстати, недавно, по-моему, обновился он, и была такая фича, типа расширение я оставил, у меня всегда панелька внизу была, сейчас она не работает почему-то, вот здесь вот на сайте, на этом официальном. Dash to dock. Вот это вот херня. Ну и, короче, что-то устанавливаешь, и она добавляется в расширение. И вот эта панелька, которая сбоку все время прячется, она вылезает на рабочий стол. Ну и мне так было комфортней. А сейчас нет. Нет такой фигни. Ну из расширения, что он там, погоду добавил, кофеин, чтобы не тух экран. Там, не знаю по поводу чего записывать видосы так особо, если что, там наткнетесь, может быть, у кого-то канал добавлен, наткнетесь на это видос, хоть в комменты что напишите, что вы хотите ожидать от меня. Ну и все, не знаю, что заварить там, чайка, кофейка, это все будет недолго, я думаю, я Outlast почти прошел, и там концовка у меня осталась. Прохождение, ну, не смотрел особо, так что я вообще не знаю, что там ожидать. Сейчас и посмотрим вместе. Вдруг кто тоже не смотрел. Да, это, кстати, от NVIDIA сеттинг. Короче, вроде должна мониторить FPS, но это не точно. Сейчас в окне-то она мониторит, а... Сейчас на весь экран развернется, будет ли показывать. О, вроде работает. Так, но вы особо не смотрите туда, там может числовые значения быть дико низкие. Сейчас чуть подубавлю громкость. Где это, кстати? Вот тена. А вот она. Ну, как-то так, наверное. Хотя, чё, я много так особо разговаривать не буду. Возможно, мне будет страшно. Но когда мне страшно, я особо не кричу. Я, наоборот, молча боюсь. Красотища. Особенно пугает, когда двери открываются специально для тебя. В жизни я бы не заходил в такие места. Без пальца. Без пальца ни одну кнопку не нажмешь. Что-то мышь чувствительная такая. Прямо как я. Да не подводит FPS, он 62 пока. Эта вертикалка отключена. Так, теоретически через камеру я этого духа должен видеть.
Если он погонится за мной. А он погонится. Пиздец, это же даже не трансляция. Я записываю видос, мне страшно, правда. Тут что-то взять можно. Точнее, что-то отключить нужно. Ну, крутяк, я сейчас заблужусь. Я только знал. Этот мудак, он где-то тут ходит. А, во все, понял. Понеслась. Ну все, понеслась. Можно дверь закрыть с собой? О! Главное двери закрывать. Блядь, не в ту сторону. Так, одно есть. О, как же не материться-то, а? Это же невозможно. Блин, ну в жизни вот так вот добивался какой-нибудь мудак за тобой. Я бы только и матерился. А еще главный герой, конечно же. Ох, и так и. Ох, главное не тупить. Больше всего в играх мне не нравится одно и то же заново. Начинать и начинать. Нормально. Ну, нет, ну... Ну, это ж я. Это ж я. О! Обожаю такие игры. Так, а как... Разгоняться-то? Твою мать, я ж обосрался прям. Может, я что-то не так делаю? Бежать, левый shift. Ну, все правильно. Чё ж я не прыгаю тогда? О, масс. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Опасно. 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 Теперь как-то обратно надо. Тише. Хоп. По темноте бегать. Я надеюсь, он умер. Не то чтобы я прям особо желал его смерти. Ё-моё. Это хоть запланировано. Я что-то не там. Или там. Давай.
донатов. Да, никому не нравятся все эти типы с камерами. Которые ходят, что-то снимают все время. Как я его понимаю? Профессия репортер. Цель — уходите. Где выход, ребята? Туда ли я иду? Что-то тяжело. Мне как-то не весело. Печально, печально. Интересно, интересно. Да. Вот такие вот дела. Даже как-то грустненько стало. Ну ладно, на сегодня, наверное, хватит. Там черканите в комментах, если что-то хотите конкретное увидеть по Линуксу. А так буду снимать видосы, наверное, как каких-то игр. Сому я все обещал. Но так впадло ее проходить заново. Но крутая игра. Хотя стримов много по ней. Я думаю, это не особо интересно будет смотреть. Но в это, поверьте, интересно играть. Так что советую в нее поиграть. Ну все. Всем счастливо. Ayo, where did the sun go? Erased by the cars, I've got haze and gun smoke. Through the rain as I speak my bars. The light of the streets delete the stars. The air that we're breathing is poison and people wear fake cams who